«Нос» была написана Александром Галичем, посвящена отцу Александру. Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь, о, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный ничтожный районшный, ворвусь в этот город, которым коснюсь и клянусь, когда я вернусь, о, когда я вернусь, когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничает небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запев, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда...